Весь вечер и ночь третьих суток Даша не отходила от постели. Сестры стали точно одним существом, с одной болью и с одной волей. И вот под утро Катя покрылась наконец испариной и легла на бок. Дыхание ее почти не было слышно. Встревоженная Даша позвала отца. Они решили ждать. В 7:00 утра Катя вздохнула и повернулась на другой бок. Кризис миновал. Началось возвращение к жизни. Здесь же, у кровати, в большом кресле заснула и Даша, в первый раз за эти дни. Николай Иванович, узнав, что Катя спасена, обхватил мохнатый жилет Дмитрия Степановича и зарыдал. Новый день настал радостный, было тепло и солнечно. Все казались друг другу добрыми. Из цветочного магазина принесли дерево белой сирени и поставили в гостиной. Даша чувствовала, как своими руками оттащила Катю от черной холодной дыры в вечную темноту. Нет, нет, на земле ничего не было дороже жизни. Она это знала теперь твердо.